Так, всем добрый день. Сегодня пятница, 13 марта, а мы пикируем моровилу. Вот смотрите, вот такая крапивка накопали. И сейчас мы будем пикировать по стаканчикам и выращивать из нее саженцы с закрытой корневой системой. Готовность саженцев примерно будет на конец апреля. Уже они будут готовы к высадке. Может быть, даже чуть раньше. Сейчас покажу, как это делаем. Пикируем в 9 стаканчики высокие. Такие. С дождеванием будет, смачиванием листа. Такая крапивка прям бодренькая, хорошая. Вот это. Наверное, придется взять корешки, наверное, еще в этот, в ящик на распикировать. Может, дадут почки еще, потому что такой корень не помещается в стаканчик. Да, вниз, ага. Ее можно, конечно, если в дождь, перед дождиком, можно ее сразу и в землю высаживать. Но если жара стоит, то, конечно, в землю может и... Блин, какие корни. Отличительная особенность моровилы, сейчас покажу. У них все корни идут или буквой Г, или буквой Т. Вот видите? То есть прямой стебель и корень направо и налево под 90 градусов. Вот. Видите? Вот так вот. То есть у моровилы корень не мочалка, знаете как? А вот у моровилы, видите, корень, только по корню даже можно моровилу отличить от других саженцев. Корень вот такой вот буквой Т. Ну все, распикируем. Кому надо, большой объем по предзаказу заказывайте, сделаем прям под вас. Если кому нужна крапивка сейчас, ну я просто не знаю даже, как ее выслать. Только самовывоз, если приедете. А если стаканчики, то на конец апреля будут готовы. Планируем где-то поставить 1004. В теплице должно в эту и в ту, в новую поместиться. Ну, все. Это по 200 этих, да? Ну да, тут по 200 штук в ящике.